Первый раунд. Действий ни, ни со стороны ни одного, ни второго бойца. И что, быстрые руки, сразу же перевод. Еще один перевод, да. Ну, я думаю, что, конечно, здесь никакой гильотины не получится. Не было контроля ног со стороны Фаизы. И Евгений пытается занять боковое положение. Что хотелось бы сказать, у афганца преимущество в дистанции атаки в стойке, но это понятный аспект, на который стоит обратить внимание, но ведь он этим пользуется длиной рычагов. И в партере очень удачно. Да, использует хорошо руки и ноги, длину этих рычагов, чтобы бороться, чтобы выходить на какие-то болевые приемы, удушающие. Опять же, до этого мы видели попытку выйти на бразильский треугольник, однако Евгений хорошо ее блокировал. Но если так и будет продолжаться бой, рефери опять поднимет бойцов в стойку. Небольшая активность. В постоянной защите приходится пребывать Евгению Кацеру, даже несмотря на то, что находится сверху, но напомним, что по всем правилам джиу-джитсу, тот, кто находится снизу, частенько опаснее того, кто сверху. Видели, сейчас нанес запрещенный удар. 12-6 он называется локтем по направляющей, поэтому рефери его предупредил. К счастью, этот удар был нанесен в область плеча, а не в область головы. Поэтому поединок продолжился. Если бы в область головы была бы дисквалификация, скорее всего. Ну, думаю, скорее всего, дали бы желтую карточку, вряд ли бы сразу дисквалифицировали. Но все бы зависело от повреждений, от этого удара. Смог бы продолжить боец бой или нет.
Напомним, что даже в UFC есть запрещенные удары локтем. Собственно говоря, Джон Джонс вот свой бой единственный пока в карьере таким образом и проиграл. Ну что ж, классный раунд, но я при всем предпочтении мнения Канцеру, наверное, рискну отдать Анганцу. Вот доминирование было у Канцера, но скажем так, в стойке лучше был Маизи, однако... И вы большие молодцы, здорово поддерживаете Евгения. Но тут же опять скажу, не было активной работы со стороны Евгения Катера, поэтому если бы я был судьей, слава богу, что я не судья, я бы, наверное, отдал ничью. Но на то она работала у судей, чтобы оценивать, а мы будем смотреть, наслаждаться этим красивым боем. Действительно, чтобы танцевать танго, нужны двое, а у нас танец получается интересный. Ну, с Кацером мы уже ее в полной мере представили. Это мастер спорта по вольной борьбе, мастер спорта по панкратиону, чемпион страны по вольной борьбе, в том числе по панкратиону, по рукопашке среди спецподразделений. Один из воспитанников Дмитрия Шакуты, не побоюсь того слова, нашего легендарного бойца муай-тай в прошлом. Ныне практикующего тренера также не без успеха. Давайте еще займемся. И достойнейшие соперники из Афганистана. Готовы? Поддерживайте мнение! Казалось бы, нам взгляд из Европы, где ММА, где Афганистан, да? А тем не менее, пожалуйста, мы с вами видим очень хороших парней. Достаточно хорошее количество выходцев из восточных стран, именно в ММА. Мы видим, раньше, если брать лет 5-10 назад, да, их было не так много, но сегодня все больше и больше появляется таких перспективных, хороших бойцов, как данный спортсмен Абдул-Сами Фаиз. Второй раунд. Напомним, что у нас большинство бойцов решились, вообще все бойцы решились досрочно, большинство из них в первом раунде. Посмотрим. Отличный лоу-кик. Фейзи очень уверен в себе. Да, посмотрим, что команда и главный тренер Юрий Витальевич Булацкий сказал Евгению Катеру в перерыве, какие планы у них на дальнейшее ведение боя. Мы будем надеяться, что что-то будут принимать. Ну, что еще хотелось бы отметить, кроме всего прочего, афганец физически очень хорошо готов, функционально. Да, он и физически Лёвок. Побольше смотрится, чем Евгений Катер. Функционально, ну, только второй раунд начался, посмотрим. Но дышит он неплохо, не видно на лице усталости. Поэтому стоит отдать должное. Да, мы видели уже бои, где бойцы на второй раунд выходили и уже были намного больше уставшие, чем сейчас. Напомню, это вес до 77 килограммов. На самом деле, ребята сейчас весят в районе 80. Но афганец лихо крутит и вертушки, очень уверен в себе. Готов. Здорово. Посмотрите, да? Выцеливают Евгения Катера. В свою очередь Евгений Катер работает вторым номером. И вот отличный проход. Подловил он Фаизи и переводит бой опять в партер. Возможно, будет пытаться провести этот раунд так же, как и первый. Показывать какую-то активность в партере и забирать раунд благодаря тейкдауну. На самом деле, вот то, что мы видим сейчас, для обычных зрителей, кажется, это легкая работа. Ребята лежат, ничего не делают, но на самом деле, как и верхний, так и нижний, затрачивает он очень много сил на удержание, на выходы из каких-то захватов, нанесение ударов. Поэтому не все так просто у ребят сейчас, не просто они отлеживаются. Ну, в ММА, в микс-файте, вообще в борьбе, в дзюдзю, очень много обманчивого со стороны, когда ты не знаешь вообще, что на самом деле происходит, ты никогда не боролся. А, к примеру, многие могут посчитать, что если, к примеру, бы сейчас Кацер поднялся на ноги, а захват ногами сохранил бы Фейзи, то, по идее, должно быть труднее Кацеру, да, он вроде бы как держит соперника. На самом деле, труднее как раз было бы Фейзи, которому нужно удерживать свой вес ногами на сопернике.
Нюансов очень много. Но мы об этом говорили по всем правилам бразильского джиу-джитсу. Атака идет снизу, перехваты, контратаки. Ну что, вот мы видим, рефери поднимает бойцов опять стойк. И опять катер проходит две ноги. Но нужно быть аккуратным. Да, сбивает своего соперника в партер. Но хочу заметить, что немножко поубавился пыл Файзи в партере. Не так много попыток на болевые удушающие приемы с его стороны. Однако все равно он опасен. Опасен, и Евгений Катер должен постоянно держать ухо востро. Так обратил внимание то ли на судью, то ли на свой угол. Да, во время боя часто бойцы смотрят в сторону тренерского штаба, так как не всегда можно слышать из-за большого шума зрителей. И, как говорится, со стороны виднее и лучше тренеру, чем бойцу именно в данном положении. Ну, хорошо Фейзи защищается. Очень хорошо. Практически фул гард. Да, неплохо вяжет. Неплохо вяжет. И опять же судья, точнее рефери, поднимает бойцов в стойку. Он понимает, Фейзи, что его стихия — это стойка. В свою очередь Евгений Катер понимает, что ему нужно искать удачу, успех именно в партере. Но и в партере Фейзи опасен. Вот сейчас остается 25 секунд. Фейзи прорывается, старается через гард. Размашистые удары. Еще 20 секунд нужно, конечно, Катеру захватить Фейзи. Тот продолжает обрабатывать Глауса. Да, очень мощные удары наносит Фейзи. Евгению Катеру срочно нужно что-то придумывать, вот вязать, что мы сейчас видим, потому что такие удары настолько мощные, каждый удар может закончить этот поединок. Да, ему нужно срочно спасаться. Но время, по идее, у нас по хронометражу уже вышло. Но мы помним, что рефери останавливал бой, поднимал стойку. Есть еще, наверное, секунд 10. И вот здесь пропускает Катер, нужно зачищаться. Поплыл, все. К сожалению, да, он пропустил вот этот удар. Но до этого была какая арт-подготовка. Да. Первое поражение Евгения Катера. В данном случае отличается перед собой. Вот вам и афганский спортсмен. Очень силен. Как я уже говорил, Павел, это самый ожидаемый, самый сложный бой, как и у афганского спортсмена, так и у белорусского. К сожалению, Евгений Катер одерживает, да, первое поражение. Но не стоит отчаиваться, нужно работать, нужно понимать, с кем ты будешь сталкиваться дальше в своей спортивной карьере. Поэтому желаем ему успеха и чтобы поменьше травм, как у одного, так и у другого спортсмена. Ну и поздравим Абдулла Сами Фейзи с 4-й победой при одном поражении. Ровесник Евгения Катера. Ну и, кстати, не знаю, как тебе, Вадим, напомнил Алексея Игнашова. Почему? Да? Красный Скорпион. Да, да. Одинаковый у них никнейм. Ну и одинаковая манера ведения боя в стойке. Шел первый на 4 минуте 19 секунде второго раунда. Победу в этом поединке. И пояс чемпиона NRG весит до 77 килограмм. Завоевал Абдул.